если говорить о производстве работы, технологично можно все завершить по максимуму до января. Если что-то не успеем, есть январь, февраль, март, апрель. А вот в мае хотелось бы, да, чтобы у нас все было завершено. Мы не будем откладывать работы, которые можно сделать сейчас, на январь, февраль и другие месяцы. Постараемся их завершить вот именно до января. Для благоустройства за оставшееся время тут придется только в той части, где мы понимаем, это возможно, потому что если речь идет, допустим, о газовом заведении, правильно было бы эти вопросы решать уже где-то в апреле, в мае, в следующем году, чтобы не переделывать работу. Так как если сейчас мы будем заниматься заведением, наверняка за оставшееся время качественно не получится. И так как качество мы можем обеспечить, лучше нам все-таки эта работа выполнена в апреле, в мае, когда будет рисовать температура, стоит оценить газон, возможно, там, пусть кадры посадить, если надо увидеть, что в этом не необходимо, а за ремонтом, а он теперь будет заниматься. Я хочу подчеркнуть, что у нас здесь будут находиться дети, в том числе проживающие в интернате, 125 мест в интернате, предполагаю, будут приезжать со всех районов Саратовской области, а остальные будут приезжать из Саратова, с Энгельса, и наш лицей, лицей-интернат, будет работать по принципу, что с 8 класса зачисление будет происходить тех, кого привела комиссия, как желающих учиться талантливых, но при одном ограничении. Это лицей-интернат для малообеспеченных детишек, детей-сирот, детей из неполных семей. Мы хотим создать им условия, которые позволят им в жизни состояться.